говорили, там N-факториал разлагается на простые множители P входит в такой степени. Секунду, что значит разлагается на простые множители? Вообще-то нужно понимать, что любое число единственным образом представимо в виде произведения степеней простых чисел. То есть какая-то там степень. Какие-то неотрицательные целые числа. И это разложение единственное. Между прочим, если говорить не о натуральных числах, а о целых, то здесь еще плюс-минус один. Тут знак то ли плюс, то ли минус. Поэтому в некотором смысле минус один – это тоже простое число. Ну, разумеется, чтобы не было путаницы, никто его так не называет. Но очень часто в нашей науке будет возникать вот эта вот штучка. Даже легко объяснить, как она будет возникать. Вот возьмем какое-то уравнение. X квадрат плюс 82y квадрат равняется 2. Вы прекрасно понимаете, что у него нет решений в целых числах. А почему нет? А потому что вот эта величина большая. Ну, вернее, если x равно нулю, y равно нулю, это, конечно, 0. Если x равно единице, y равно нулю, это тоже маленькое. А во всех остальных случаях большая. То есть имеет смысл иногда смотреть на величину чисел. На то, какие положительные, какие отрицательные. Вот. И в некотором смысле этим управляет вот этот вот знак. Да? Между прочим, если писать сравнение, и мы это с вами достаточно скоро докажем, то для любого натурального числа n такое сравнение имеет решение. Поэтому, хотя очень легко доказать, что у этого уравнения нет решения в целых числах, не сравнение, а уравнение, нет, не будет решения. Но ни по какому модулю противоречия не получишь. Нужно именно смотреть на величину. Так, ну ладно, это отвлечение в сторону. Давайте только на натуральные числа сейчас говорить. Тогда все просто. 2, 3, 5, 7 и так далее. Простые числа. И основная теорема арифметики утверждает. Разложение единственное. То есть, если у нас есть два каких-то разложения, представьте себе, у вас P1, P2 и так далее, PK это простые числа, Q1, Q2 и так далее, Qm тоже простые числа. Оказывается, в таком случае K равно M, и отличаются эти записи только, может быть, порядком множителей. То есть, если переставить в одной из частей множители, то в точности после этой перестановки у нас... Давайте поймем, что является в этой теореме сложным, а что очевидно? То, что можно разложить, вещь абсолютно очевидна. Потому что если нам дали какое-нибудь число, либо его нельзя разлагать, вот оно вот есть, и никак на множитель не разлагается, либо можно. Если можно, то разложим. Формально говоря, нужно это, конечно, доказывать по индукции. Да? То есть, смотрите, единица. Проблем никаких нет, просто это самое маленькое натуральное число, его никак разлагать, естественно, нельзя. Это соответствует тому, что все альфа, бета, гамма и так далее – это нули. Если берем двойку, то это альфа равно единице, все остальные нули. Тройку – альфа – это ноль, бета – единица, все остальные нули. Четверка – это 2 в квадрате. Вот. И если уже все числа от единицы до какого-то n-1 мы научились разлагать на далее неразложимые числа, ну, замечательно, в таком случае берем число n, либо оно неразложимо, тогда уже больше ничего не надо делать, либо разложимо, то есть представимо в виде двух множителей a меньше, чем n, b меньше, чем n, но они тогда не больше, чем n-1.
Значит, можно считать, что по индукции мы уже все знаем для чисел А и Б, как они там либо раскладываются, либо не раскладываются, но с ними все хорошо. Ну и тогда и с числом N тоже все хорошо. То есть возможность представления любого числа N в виде произведения далее неразложимых чисел просто очевидно, по индукции так доказывается. А интересно, действительно интересно, это единственное. Давайте поймем, что, по сути, нужно уметь доказывать. Вот у нас здесь есть число PN. Смотрим на все числа. Если среди них есть какое-то число, которое на PN делится, ну, какое-нибудь там QLT делится на PN, то смотрите, Q – это простое число. Значит, если оно делится на другое простое число, то частное должно равняться единице, они просто должны совпадать. Ну и замечательно. Здесь сократим на P1 QLT, получили меньшее количество множителей, можно считать, что мы там все знаем по индукции, и все доказали. Значит, когда проблема? Когда у нас все эти числа Q не делятся на P1. Вот тут берешь Q1, Q2 и так далее, Q1, ни одно из них на P1 не делится. Вот оказывается, что такого не бывает. Разумеется, не обязательно брать несколько множителей, достаточно брать два и доказать такую основную лемму. Если число P простое, при этом A и B не делятся на P, то произведение тоже не делится на P. Сейчас очень важно, чтобы все поняли, что если я эту лемму докажу, то основная теорема арифметики будет тоже полностью доказана. Между прочим, она нам нужна будет для решения вопросов о сумме двух квадратов. Объясняю, какая там идея. Если у вас есть x квадрат плюс y квадрат, то можно ввести такое число i, которое в квадрате равно минус единице. Ну, потом я все буду объяснять, конечно. И мы получаем вот такое вот разложение. И если для чисел такого вида мы сумеем доказать, что такое для основной теоремы арифметики, то, оказывается, мы заодно и получим формулу для количества представления числа в виде суммы двух квадратов. То есть это мне нужно сейчас не для того, чтобы навести порядок для натуральных чисел. Нет, это на самом деле потребуется для суммы двух квадратов. Но, с другой стороны, и для натуральных чисел вообще-то доказательство знать надо. Так, ну, все понятно. Вот если у нас есть число Q, и вдруг ни одно из них не делится на P1, то потихонечку перемножаем, каждый раз умножая на одно новое число, и применяя лемму, мы получим, что произведение тогда не делится на P1, а это безобразие. Так вот, господа, то, как я сейчас рассказываю, рассказано в книжке Гаусса. Называется «Арифметические исследования». 1801 год. «Арифметические исследования». Фактически именно в этой книге подробно была разработана теория квадратичных форм и квадратичный закон взаимности, гауссовы суммы, что называется, все оттуда. Была действительно замечательная книга. И первое доказательство, которое в этой книге есть, это именно доказательство основной теоремы арифметики. На самом деле есть еще два хороших способа рассказывать эту самую основную теорему арифметики. Один из них был придуман Цернелом, а другой принадлежит Евклиду. Но у нас говорит, Цернел это примерно конец 19 века, то есть это почти на 100 лет позже Гаусса. Евклид это наоборот древние греки. И строго говоря, в началах Евклида основная теорема арифметики не доказана. Но там подробно рассказано об алгоритме Евклида. А если мы знаем алгоритм Евклида, то не доказать основную теорему арифметики на самом деле трудно. Поэтому, скорее всего, все-таки греки знали основную теорему арифметики, иначе непонятно, зачем они так подробно расписывали.
Ну ладно, и царила Евклида чуть-чуть потом. Сейчас доказательство Гаусса. Вот доказательство Гаусса. Теорема. Если А умножить на Б, где А и Б натуральные числа, делится на простое число P, А не делится и Б не делится, то обязательно противоречие. То есть такого не бывает. Гаусс говорит от противного. Предположим, такое бывает. Есть такие пары натуральных чисел А и Б и такое простое число P, что вот произведение делится, каждый из них не делится. Рассмотрим наименьшее число B, для которого такая ситуация возможна. Вот. Наименьшее число. Дальше три мысли, очень простые. Первая мысль вот такая. Представьте себе, что вдруг A оказалось больше, чем P. В таком случае пользуемся вот этим равенством. Прочтем, вычтем из A P. Тогда AB делится на P, PB делится на B, разность делится. И получается, что вы сумели уменьшить число А. Отлично. Дальше. Предположим, что B оказалось больше, чем P. То же самое. Вот из B вычитаем P. А умножить на B минус P делится на P. Отлично. Дальше. Вот они у нас оба уже оказались меньше, чем P и A и B. Вещь чуть-чуть более сложная. Применим деление с остатком. Разделим P с остатком на B. Ну что это означает? Пойдем по прямой, выписывая, смотрим, где числа. B2, B3, B4, B. Так мы стремимся к бесконечности, поэтому рано или поздно окажемся больше, чем P. Но понятно, что вот в какой-то момент P число простое, поэтому в точности оказаться равным P невозможно. Но это получится у нас, что P заключено между, да? То есть P имеет вид NB плюс R. R число большее нуля и меньше B, остаток. Вот. А дальше все просто. Заменяем B на R. А умножить на R, это А умножить на P минус NB. Замечательно. Раскрываем скобки. Получили AB минус NAB. P делится на P, AB делится на P, значит это делится. Но это у нас А умножить на R. То есть вместо B получилось меньшее число. Вот и произошел спуск. То есть если мы рассматривали наименьшее число, то получается противоречие. Вот так выглядит главный момент доказательства основной теоремы арифметики по Гауссу. Между прочим, можно было в этом месте обойтись без деления с остатком. Смотрите как. Вот если у нас А меньше и B меньше, можно было сказать, что произведение делится на P. То есть есть такая штука. А умножить на B, это P умножить на какое-то число C. Если здесь меньше, чем P квадрат произведение, то C меньше, чем P. Но меньше, чем P, это значит, что C разлагается на какие-то там простые множители, которые все меньше, чем P. А для них основную теорему арифметики можно считать доказанной. Ну и, соответственно, сокращав на них, мы получим все, что хотели. Так что можно было по-разному рассуждать, но не главное. Главное, что основная теорема арифметики доказана.